Всем привет, друзья! Меня зовут Кирилл, мы проходим Need for Speed The Run, это уже четвертый этап. И на этом четвертом этапе возникли технические неполадки. В общем, игра виснет по непонятным причинам, но я вроде разобрался. Пришлось немного убавить одну из настроек графики. Не знаю, как она себя так повела, но хрен да с ним. Главное, что дальше бы работало. Все остальное не важно. Так, 10 позиций, да? Это может быть напряжно на самом деле. Ух ты мать, это что было? Вы видали? Офигеть. Сам в шоке. Опс. Притопим. Пипец, в самом начале такая была авария серьезная. Не по плану, да? Пошел нафиг, это мое. Так, уже 6 позиций мы преодолели, осталось еще 4. До финиша еще далековато, поэтому сильно нервничать не стоит. Что-то они тут затупили немного. Достижение грязный обгон, это хорошо, пригодится. Надо было, чтобы ты впечатался в этот КамАЗ. Все-таки еще держится. Так, еще двое впереди. Гонка все накаляется и накаляется. Действительно становится напряжнее играть. Этапы все сложнее. А пока я заболтался с вами, мне уже одного только осталось обойти, и все. 2 километра до финиша. Я слышу, как соперник пытается меня обогнать, но у него пока ничего не выходит с этим. Мы пока крепко держимся на своем месте, а то даже и лучше. Чистый обгон. Так, до финиша 700 метров, нужно держать позицию в таком же темпе. Финишок. А, замечательно. Мы это сделали. Фу. В общем, пришлось, ребята, поубавить немного тени. Как-то вот так вот странно она работает. Ну да ладно. Я уже думал, что-то с другим связано. Это все-таки пиратская версия. Ну, вот, пиратская версия как-то так работает. Интересно, была бы такая проблема на лицензии? Если бы такая была и там, то не знаю. Маркус Блэквелл. Родом из особой чикагской семьи. Дядя, который заправляет у них всеми делами, полностью поддерживает любовь Маркуса к машинам. Все, что успел, то дочитал. И это сейчас схватка, по-моему, с одним из них, да, с этим Маркусом. Это же тот сраный мафиози. Не спи, Джеки. Так, успейте вовремя. Пройти 4 контрольные точки за 25 секунд. Ух ты нафиг! Вот это да! Это было жестко. Так, 10-9. Отсчет пошел. И довольно большая дистанция, я могу сказать. Ой. Что-то растерялся. Но бывает. Так, давай-ка. Эта машинка, кстати, уже рвет. По сравнению с той.
Ламборгини. Действительно побыстрее будет. Той предшественницы. Это я не знаю, что было. Ладно. Хрен бы с ним. У меня просто что-то тормоза не стало. А, вот. Я просто не на ту кнопку жал тормоз. Ладненько. Ну бывает, бывает. И она, по-моему, довольно отзывчивее в управлении, чем та. Ну, как-то мне вот так вот чувствуется. Не знаю точно, пока не уверен. Так, нужно притопить немного. А то финиш уже близко. И еще две точки. Ух ты, блин, вот это да. Пипец, машина летает. Без спойлеров и без крыльев. Все нормально, в принципе. Хорошо даже идем. Давай, 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 давай. Ну, нормально, в принципе. Я боялся. Не стоило, в принципе. Нормально, держимся. Но этапы действительно становятся сложными. Не на шутку. И все еще снимаю уровень, да? Ну ладно. Роквелл, парк Зайона. Шоссе 169 завершено. Это вот это то, что было, да? Текущая позиция 129. А в Нью-Йорке нужно быть... Или в Чикаго. В Чикаго, да? 50-м. Да, непросто. Еще 10 позиций. Спасибо, я стараюсь. Правда, я не знаю, кто это сказал. Та девчонка? Какая-то другая. По голосу не узнал. О, это походу сейчас утро, да? Рассвет. Блин, жестко. Вот ненавижу вот такие вот трассы. Там, где нету дороги. Больше для внедорожников подходит, нежели для такого класса машин. Но эта местность называется пустыня, так что тут нечему удивляться. Вот это, блядь, да. Вот это да. А что это было? Это было пипец какой-то вообще. Ну, по крайней мере, мы еще не последние. Надо догонять этих товарищей. Вот они слишком задержались в этой гонке. Они тут все рядышком, я смотрю. Не сильно так ездят. Не сильно желают. По-моему, все пятеро. Давай, давай, давай. Да не отвлекайся ты на дороге, япона мать. Ага. Блин, покорёжили мою тачку недавно. Ну ладно. Без жертв не бывает побед. Капец, здесь закись вообще неэффективно. Потому что мы едем на пределе. Сцепление с дорогой не очень-то. Проверьте ваши экраны, в вашу сторону движется крупная гонка. О, да у нас еще и копы тут засветились.
Ну что ж, это вообще шикарно. Здравствуйте, и у них уже обновились машины. Вот это совсем нехорошо. Давай, давай. Столкнешь ты его. Вот это да. Это что было, реально? Что-то жесткое. Ух. В этот раз мне действительно повезло. Что он сотворил с той цистерной? Это прям как в Форсаже четвертом произошла ситуация. Что-то он никуда не торопится. Ну и молодец. Стой на месте. Я чуть ли не впечатался в машину. Так, уходим, уходим. Блин, ублюдки. Я ненавижу этих копов. Когда они мешают, да пипец. Особо не наездишься. Дикие какие-то. Они просто в прошлый раз пытались меня поймать. Но у них в этом случае даже и не вышло. А тем временем все-таки 10 позиций мы превзошли. И уже 119 в списке. Хорошо держимся, мне это нравится. Может, нам дадут экспы на 8 уровне? Наверное, через пару гонок точно заработаю на 8 уровень. И пока без сливов, смотрите. Ну, как бы повторы использую, но сливов еще не было. Мне это нравится вообще, капец. Вроде я не такой поклонник гонок, не такой ездок. Но все же у меня довольно хорошо получается. Мне это нравится. А новые данные. Гонщик направился в Million Dollar Highway. Следите за скоростью. Ага. Вас понял, другой гонщик прямо передо мной. Интересно, что нас здесь ждет? Может быть, тоже жесткая погоня? Визуальный контакт не установлен. Контакт не потерян, преследуют. Тормози. Да, у нее действительно офигенно. Даже чувствуется, как она ведет себя в управлении. Вот первые машины казались как утюги, реально неповоротливые. Эти уже получше будут. Так, пошли нафиг. Давай, 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 давай. Немножко занесло, но не беда. Так, пошел нафиг. Так, трасса довольно короткая. Здесь нужно как-то обойти их всех побыстрее. Надо догонять еще двоих. Что-то они сильно оторвались. Пошел нафиг, что ты бей. Так, срежем здесь путь. Давай, 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 давай. 2,7 километров. А, ублюдок, ты еще тут засветился. Что тебе надо? Три клоуна впереди. Чё мы? Впереди соперника. Это моя лужайка. Пошел нафиг. Пипец. Вот это трасса. Трасса на поворотах. Ненавижу. Давай, давай, давай. Ага, давай, давай, давай. Хорош. Хорош. Пипец, напряжно. Вижу финиш. Притоплю здесь, пожалуй. Ну, я думаю, тут без шансов на проигрыш. Хорошо. Мне понравилось, действительно. Это было здоровски.
Превосходно. А то. И уже почти 8 уровень, как вы там заметили, да? Мне это нравится. Вот, по-моему, следующий этап, 5-й, будет большой, оно видно даже по длине. Там, может, гонок 7-8 будет. И 6. Миллион долларов, эхвест, соу. Давай, давай. И опять эта музыка. Как в той погоне. Ой, блин, это жестко будет, чувствую. Тормоза где? Ты чё, тормоза потерял? Давай еще разок. Не подставляй меня больше. Да, на большой скорости, конечно, с тормозами небольшая проблема, но ничего. Так, оставайтесь впереди. Впереди. Хрена тебе, на ДТП. Да ебана мать. Повреждено соперников. Соперник разгромлен один. Хорошо. Их и того четверо получается, да? У нас... А вот у нас и первый. Пошел нафиг. Копами еще. Это пипец. Это напряжно на самом деле. Соперник разгромлен. Хорош. У меня проблемы с машиной. До связи. Надеюсь, у тебя не только проблемы с машиной. Мудак. Давай, 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 обгоняй его. Обгоняй его. Да куда вы лезете, наркоманы? Пипец, вот это повезло. А ты думал? Последний дружочек. Так, слушай, коп, ты слишком задержался на этом свете. Задержался на этом свете, это точно. Так, 5 секунд, нужно поднажать. Ну, просто наплевать называется, напролом. Фух. Сегодня мне карта прет, да, дети? Детишки. Слабачки. Восьмой уровень. Мне это нравится. Шикарно. Значки профиля, набор флаги. Хорош. Пипец, ну вот эта гонка мне очень понравилась, на самом деле она была драйвовая такая, скажу. И это, оказывается, конец этапа, ничего себе. Ребят, ну что ж, тогда могу вам подытожить, что это было действительно захватывающее приключение в 4-м этапе. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте пальцы вверх. Увидимся в 5-м этапе. Всем до скорого. И всем.